Всем привет! Вы на канале «Жить в Краснодаре». Небольшое вам видео из Яблоновки. Сейчас 8 утра. Ребенка своего я в лагерь отправляла, только что автобус ушел. Сниму вам видео. Смотрите, как раз я, здесь. Вот это вот наша администрация. Она находится на улице Гагарина. Не вижу, какой адрес. 46 почта. Вот отделение почты. Вон там дальше полиция, паспортный стол. В общем, в администрации у нас есть спортивный комплекс. Вот. Ну, там два или три больших зала. Там проводятся занятия большим теннисом. По-моему, футбол там есть. Ну, в общем, много чего там проводится. Проводятся соревнования. Вот. Здесь вот у нас дом культуры «Факел». Но он находится в таком запустении. То есть вот мы тут уже живем 5-й год. И... 5 лет, вот он в таком состоянии. Но в прошлом году мы выступали там с Ярославой где-то, и была, в общем, кто-то из администрации был, и сказали, что вот в этом году, ну, как бы, который наступил, выделены были деньги на реконструкцию этого факела. И первая его, ну, часть этих денег должна была пойти на обустраивание территории возле вот этого... комплекса. Ну, это не комплекса, а возле вот этого дворца культуры. Я думаю, ну-ну, ля-ля-ля-ля. Вот, смотрите. Вот она, территория обустроена. То есть, первая часть этого плана по реконструкции выполнена. Вот тут вот такой вот скверик. Это называется теперь у нас, по-моему, сквер мира. Вроде бы как так. И даже, смотрите, фонтаны теперь у нас есть в Яблоновке. Так что есть большая надежда, что действительно сделают реконструкцию даже вот этого нашего дворца культуры, потому что катастрофически не хватает нам дворца культуры. Есть маленький на Заводской, но он до такой степени маленький, что там практически ничего и нету. Ну, есть, мы ходим на пение, там есть эстрадный вокал, народный вокал, танцы есть спортивные, танцы адыгейские. Сейчас там еще открывают студию театральную с 1 августа. Вот мы будем ходить, тоже туда посмотрим. В общем, переезжают к нам в поселок творческие личности и открывают какие-то такие там вот художественная студия, театральная студия. Эти красота, да? Днем здесь столько людей, столько детей плюхается в этих фонтанах. В общем, посмотрим, действительно ли сделают реконструкцию этого ДК или нет. Будем следить. Я обязательно вам расскажу, действительно ли это так. Я, честно, не верила, что сделают даже нам тут какой-то сквер. Но сделали. Сделали. О, это очень-очень радует. Возможно, когда-то эти деревья вырастут, и тут будет такой тенистый скверик. И куда же, конечно же, без эмблемы. Я люблю Яблоновский. Друзья, всем пока!